Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире завершающий выпуск этого сезона программы «Вкусная клумба». Я ее ведущий Сергей Новиков. Сегодня в конце мне хочется познакомить вас с теми растениями, которые благодарно одаривают нас цветением или своим плодоношением именно сейчас, в середине осени. Вот посмотрите, какое замечательное растение у меня рядом. Это георгин, который совсем недавно вступил в пору цветения, и сколько у него бутонов еще ждет своей очереди. Если погода позволит, если хотя бы еще неделю простоит такая солнечная, ясная погода, как сегодня, то это растение имеет все шансы на то, чтобы эти бутоны раскрылись. Но, к сожалению, георгин – это то растение, которое и страдает от первых заморозков самым первым. Как только температура опустится ближе к 3-4 градусам, к нулю, растение, к сожалению, надземная часть его погибнет, и тогда мы будем сохранять подземные корни, подземные клубни, закладывая его на хранение. А вот рядом, очень созвучно и цвету, и настроению с георгином, цветет гортензия. Два вида, которые практически до наступления холодов будут радовать нас вот таким замечательным цветением. И более того, у гортензии метельчатой очень красивые соцветия в зимнем букете. Даже высохшие цветы очень декоративны. Эти гортензии, так же как и георгины, мы посадили в этом сезоне. И уже посмотрите, какую высоту они набрали и какие пышные шапки цветов. А вот то, что вкусного на наших клумбах выросло, мы сейчас с вами и увидим, и попробуем. Вот эта декоративная капуста, которая была высажена нами, точнее пересажена из теплицы в середине сезона, то есть летом, сейчас посмотрите, какие махровые красивые шапки цветов дает. Хотя это абсолютно не цветы, это листья капусты, которая к тому же еще к своей декоративности очень питательна и вкусна. Даже когда пройдут первые заморозки, она станет более вкусной, чем сейчас. У нее используются абсолютно все листья, а представьте, в маринованных салатах, как красиво и ажурно будет выглядеть это вкусное, питательное, красивое листва. Можно украшать с помощью такой капусты всевозможные блюда для вегетарианцев, для тех, кто любит мясо или рыбу. То есть для всех подойдет эта замечательная капуста. А пока она радует нас своим замечательным внешним видом и до самых холодов будет украшать вкусную клумбу. А вот здесь не только вкусно, но и декоративно выглядит ремонтантная малина желтого сорта. Здесь я приподниму листья. Собака уже поела большую часть ягод, которые висели снизу. Ничего, кое-что и мне досталось. На, и тебя. Вкусная полезная ягода, которая сохраняется на растении до самых холодов. Малина достигает высоту ее побеги до 2 метров. У меня здесь компактный вариант этого растения. Но ножки этого кустарника украшают прекрасно растение физалиса, физалиса овощного, который очень вкусен. И сейчас из его плодов я подойду поближе. Не мешай мне, пожалуйста. Вот из таких желтых, нарядных можно приготовить самые разные блюда, замариновав, засолив. Запах у физалиса напоминает томатный, но более тонкий, более приятный и по вкусу. Например, в маринованном виде эти плоды, мне кажется, будут более деликатесными. Я заготавливал это растение в прошлом году, оно очень урожайно. Один кустик физалиса дает практически ведро вот таких ягод, упакованных в индивидуальную оболочку. Вот сейчас покажу еще не созревшее растение. Красиво, нарядно. Кстати, вот такие фонарики никогда не станут красными. Меня многие спрашивают, вот когда высохнет оболочка, она будет красной, будет декоративной? Нет, у овощных форм физалиса такой красной яркой окраски не бывает. Она будет желтой, невзрачной, но зато плоды будут вкусные и полезные. В них много пектина, а это значит, что из них можно приготовить всевозможные желе, варенье, например. Прекрасно подойдет это растение для того, чтобы изготовить из него смешанное варенье. Например, добавив сюда лимон или цедру апельсина. Это будет вкусно, красиво, практично, а самое главное, долго варить его не нужно. Это варенье пятиминутка. На многоярусной вкусной клумбе, царицей на которой является вот такая декоративная капуста, обратите внимание, происходит образование семян. Капуста – это двулетнее растение. Первый год оно образует кочан или образует вот такую массу вегетативную мощную, а затем при хранении в подвале кочана, высаживая его на следующий год, мы получаем семена. А здесь
высаживая рассадой декоративную капусту, мы уже в этом году получим семена, которые можем посеять и получить урожай на следующий год. А еще вот здесь рядом с капустой мы высадили рассаду огурцов уже очень поздно, та, которая осталась у нас в результате съемок. И вот эти огурцы завязывают урожай. Вот такие маленькие огурчики еще дозревают. А вот такие крупные уже поспели. Их можно собирать и употреблять в пищу прямо сейчас. Но самое интересное, что у меня есть и с чем я хочу вас познакомить, это яблони. Колоновидные, которые мы посадили в прошлом году. И они прекрасно сочетаются с любыми цветущими растениями. Сейчас в ножках у этих яблонь растет у меня земляника. Посмотрим, есть ли там урожай. Посаженные в прошлом году колоновидные яблони в этом году дали урожай. Но самым урожайным сортом оказалась ранетка золотая. Яблони колоновидные с очень необычными яблоками, но очень вкусными. Сочные, сладкие, хрустящие. Это будет мой любимый сорт. Рядом с яблоней, вполне декоративной, даже сейчас выглядит земляника. Вы удивитесь, но сейчас самый разгар ее плодоношения. Замечательные, красивые, ароматные ягоды, которые обычно собирают в лесу где-то в июне. Но сейчас, в сентябре, они не менее вкусные, а может быть, более желанные. Но секрет в том, что я не специально удобрял эти растения, не специально каким-то образом ухаживал за ними. Это ремонтантные сорта земляники, которые в течение всего лета давали урожай равномерно и очень плодовито. А вот здесь красивыми листьями, иди сюда, и с цветами вырос дайкон. Именно сейчас он хорош в осенних салатах, с приятной горечью, очень сочный. Я думаю, что он даст фору любой редиске, которую я буду выращивать на своей грядке. Дайкон немного поврежден слизнями, но это не страшно. Почистив его и нашинковав на терке, это будет прекрасное дополнение к любому обеду, завтраку или к ужину. Это растение вкусное, полезное, а также весьма декоративное. Посмотрите, какие цветы, обладающие нежным, тонким запахом. По-моему, вот это сочетание колоновидных яблонь, дайкона и вечно цветущей и дающей урожай земляники является оптимальным. Я пробовал его в этом году и посажу также эти грядки в году следующем. Как только убраны однолетние цветы, которые уже потеряли свою декоративность, мы должны с вами перевести тот грунт, который у нас насыпан на вкусной клумбе, в надлежащий вид. Но не только вид, но он должен быть полезным, вкусным для наших растений, которые будут здесь произрастать в году следующем. А для этого я использую специальные добавки, которые будут работать только в том случае, если с этими гранулами, они находятся внутри упаковки, будут соприкасаться корни растений. Они никогда не обожгутся. Это не те минеральные удобрения, которые мы по старинке используем с вами в цветниках. Это новый ионно-обменный субстрат, который позволяет растениям получать все необходимое в течение всего сезона. Более того, эта добавка будет действовать не один год. Линейка у ионно-обменных добавок очень большая, но я выбрал именно то, что подойдет для меня. Это добавка для цветущих растений. И вот здесь я абсолютно не боюсь передозировать это удобрение, потому что оно никогда не вызовет ожога и болезни у растений. Просто насыпаю по поверхности почвы. Это удобрение подходит и для открытого грунта, и для теплиц, где я, кстати, выращиваю рассаду цветочных культур. И теперь с помощью грабель или тяпки заделываю эту добавку в почву. Эта добавка никогда во время дождя не вымоется в нижние слои почвы, никогда не отравит почвенные и грунтовые воды, а будет работать именно там, где это необходимо, в зоне корней тех цветущих растений, которые я посажу в следующем сезоне. Если вы не сторонник инновационных удобрений, то не забудьте сейчас по осени внести в пустующие места цветников органические удобрения. Сейчас созрел компост. Сейчас у многих уже подготовлен навоз птичий или коровий для того, чтобы внести его под перекопку. Именно сейчас он начнет подготавливать эту почву к тому, чтобы по весне были высажены растения. Не жалейте самых ценных органических удобрений для ваших растений. Они отблагодарят вас хорошим урожаем и обильным нарядным цветением, как вот эти георгины.
Осень на вкусной клумбе – это не время опускать руки, не время отставлять в сторону те инструменты, которые использовались нами в течение всего сезона. И именно сейчас необходимо очень хорошо взрыхлять почву для того, чтобы она дышала. Слежавшийся грунт никогда не будет укутывать теплом корни ваших растений, которые вы посадили. Кстати, за то время, что мы с вами не виделись, у меня на участке появилось замечательное дерево – магнолия. Многие скажут, ну что же, в Подмосковье-то магнолию-то мучите, зимой она вымерзнет. На самом деле магнолия стеллата при нормальном укрытии прекрасно зимует, и по весне ее замечательные нежно-розовые цветы будут украшением моего участка. Но чтобы это растение перезимовало, его нужно будет укрывать специальными материалами, о которых я прямо сейчас вам и расскажу. Наверняка каждый из вас уже успел оценить замечательные свойства нетканых укрывных материалов, которые мы используем с вами для укрытия, например, растений, которые плохо зимуют, которые нуждаются в утеплении. Но наука и техника не стоит на месте, и на сегодняшний день появились такие нетканые укрывные материалы, о которых вы еще наверняка не слышали и не знаете об их удивительных свойствах. Например, есть такой материал, который называется спанграмм. Во-первых, оцените цвет. То, что мы раньше с вами имели, цвета черные или белые, забудьте о них. Теперь ваши растения, укрытые на зиму, будут не только надежно защищены, но и выглядеть будут соответствующе декоративно. Посмотрите, замечательный рисунок, текстура у этого материала. Но самое главное не это. Самое главное, что эти материалы объединяют в себе самые лучшие свойства плотной полиэтиленовой пленки, которая не дает возможности испарению в зимний период и не вызывает высушивания корней. А с другой стороны, это все-таки дышащий материал. И он как раз не образует конденсата, в отличие от полиэтиленовой пленки, и позволяет растениям сохранять сухую надземную часть и влажную прикорневую. Это удивительное свойство, которое помогает в нашем климате выживать растениям теплолюбивым, таким как, например, моя магнолия. А еще с помощью этого материала можно создавать самые разные формы. Он легко шьется, он легко клеится, и можно делать всевозможные конусы, укрытия в виде коробов. Просто накидывать на растение этот материал, не боясь, что они повредятся. Это очень легкий материал. А еще у материала спанграмм есть две разновидности. И они отличаются не только по цвету, они не только отличаются по толщине. Дело в том, что для зимнего укрытия растений нам как раз нужно, чтобы влага из почвы не выветривалась и при этом не образовался конденсат. Но есть и весенний вариант спанграмма, который действует абсолютно по-другому. Вот по весне как раз нам необходимо получить любую каплю, которая падает с неба. Дождинка, снежинка – все это должно работать на увлажнение той почвы, которая находится под растениями. И вот как раз спанграмм весна, тут есть специальное обозначение, нужен для того, чтобы по весне накрывать грядки. И как только проходит дождь, вода спокойно проникает внутрь, но этот материал будет способствовать удержанию влаги в почве и, с другой стороны, лучшему прогреванию грядок по весне. Спанграмм весна защищает наши растения от весенних возвратных заморозков. И при этом каждая хвоинка, каждый листочек получает достаточное количество света, потому что этот материал светопроницаемый. Но часть ярких, жестких солнечных лучей все-таки будет отражаться. И этот материал в конце зимы может способствовать тому, чтобы хвоя на растениях, корневая система которых еще не проснулась, не выгорала. Этот материал спасет жизнь многим вашим растениям на участке. Но до весны и даже до конца зимы еще далеко, поэтому отложим весенний материал в дальний ящик. Поэтому воспользуемся зимним вариантом этого удивительного материала. Эту магнолию можно защитить уже сейчас. Первые заморозки не повредят ее верхушечные почки. Мне важно сохранить цветочные почки у этого растения, потому что именно по весне они дадут возможность растению проявить всю красоту своего цветения. Можно не использовать даже никакого каркаса. Материал настолько легкий, что он не повредит даже хрупкую крону такого замечательного дерева. Можно этот материал абсолютно использовать без каркаса. Нижнюю часть легко прикопать землей. Материал не гниет, его можно использовать несколько лет подряд. А для того, чтобы зафиксировать, мы можем использовать степлер, можем использовать даже обыкновенные скрепки. Вот посмотрите, сейчас мы сделали такой конверт,
и зафиксируем с помощью скрепок верхушку. Раз. И здесь. Ну, а если вы боитесь, что подобное укрытие сможет набрать снеговой покров на себя, мы с помощью любой подручной веревки, что-то сделать вот так, обернем нашу замечательную магнолию, и тогда наше укрытие будет абсолютно неповреждаемым ни ветром, ни снегом. Растение прекрасно перезимует. Вот такая конструкция у нас с вами получилась буквально за 3 секунды. Если проявите смекалку, если проявите творчество, если у вас дома есть швейная машинка, вы можете сделать абсолютно идеальные конусы, можете сделать идеальные квадраты, сделать все, чтобы воздух внутри вашего растения был дышащим, он не был чересчур влажным для того, чтобы растение хорошо перезимовало и по весне не сопрело. Теперь я спокоен за свою магнолию. Она будет точно хорошо укрыта снегом и по весне будет дышать. Подходит к концу сезон вкусной клумбы. Вместе с тем подходит и сезон сбора урожая на ней. И вот сейчас я хочу поделиться с вами теми плодами, которые подарил мне в этом сезоне впервые виноград. Ну-ка, где у нас тут что? Отрезаю у основания. Вот он, замечательный виноград сорта мускат. Ну и кто говорил, что в Подмосковье виноград не удается? Прекрасно. Безо всякого укрытия вот такие вкусные и ароматные ягоды вызревают легко. Ухаживать за виноградом просто, ничего особого не требует. Виноград, который сейчас дает здесь вкусные и ароматные плоды, зимой можно просто пригнуть, не вытаскивая высоты грядки. Он прекрасно перезимует. Можно укрыть его нетканым укрывным материалом. Он на следующий год даст новые побеги и даст новый урожай. А пока пойдемте к растениям декоративным. Даже в последние дни осени такое растение, как клещевина, продолжает украшать участок. И не только украшать, но дарит нам свое цветение и завязывает семена. Я уверен, что эти семена и в этом сезоне, как и в прошлом, успеют дозреть для того, чтобы я был с посадочным материалом. То есть с теми семенами, которые я посажу на следующий год. Только сделаю я более умный вариант. Я посажу и выращу это растение через рассаду. И тогда она уже к началу осени будет примерно 2 метров в высоту, будет красивой, цветущей и в полном соку. Ну что ж, как говорится, на своем опыте учишься и приобретаешь необходимые знания. Поэтому я рекомендую вам выращивать это растение непременно через рассаду. Но не хватает ему нашего короткого лета. А пока пойдемте к туям. Туя – это растение не из той категории, что посадили и забыли. В течение всего сезона я удобрял специальными удобрениями для хвойных растений. Это южное по своему внешнему виду, но абсолютно легко приживающееся в нашем климате растение. Это растение сейчас в укрытии не нуждается. Более того, оно нуждается в укрытии примерно в середине зимы для того, чтобы первые весенние или в конце зимы солнечные лучи не разбудили хвою, которая не может питаться водой и сталой земли. Возникает диссонанс. Хвоя высыхает, а корни еще не пробудились. Именно поэтому самым легким нетканым материалом я примерно в середине зимы закрою тую, и она тогда будет декоративной по весне. А еще для того, чтобы падающий снег или с крыши, или просто обильный снегопад не разломил это растение, не отломал у него самые крупные ветви, мы, начиная от основания по спирали, связываем тую с помощью обычной бечевки до самого верха. И таким образом наша туя во время снегопада не пострадает и доживет до того момента, когда мы будем ее укрывать от весенних лучей солнца. Ну что ж, на сегодня у меня все. Все растения, о которых я сегодня рассказал, дали прекрасный урожай и выглядят вполне декоративно. Я желаю вам, чтобы ваши растения в следующем сезоне давали богатый урожай и выглядели так же декоративно, как и у меня. На сегодня у меня все. Сезон программы «Вкусная клумба» подошел к концу. Я с вами прощаюсь до сезона следующего. С вами был Сергей Новиков. Увидимся.